Тайваньские художники-дизайнеры провели для ульяновцев два открытых урока росписи по дереву, один из которых состоялся в рамках акции «Ночь музеев». Сотрудничество Ульяновской области и Тайваня продолжается третий год. Оно завязалось благодаря Елене Баркайтис. Ее коллектив «Эстрадный балет «Экситон», единственный из России, триумфально выступил на Международном фестивале искусств на острове Тайвань в 2016 году. В июне прошлого года последовал ответный визит. Ульяновская область принимала танцевально-песенную аборигенную группу «Формоза». Конечно, не хотелось прерывать эти отношения, потому что тайванцы очень благодарный народ. Для них очень важно сотрудничество с такой большой страной, Россией, и для них очень важны эти межрегиональные связи. И поэтому, когда мы планировали, обсуждали планы, вернее, на 2018 год, сказали, что вот у нас очень большой интерес к представителям творческих индустрий, к дизайнерам, к архитекторам. Господин Николай Сюй предложил приезд сюда, в Ульяновск, супружеской пары, дизайнеры, художники, которые работают в народной стилистике. Тайваньские художники-дизайнеры Ли Чи Хонг и И Юан приехали в Россию впервые. Они уже много лет работают вместе. В Тайбэе мастера основали собственную студию, где создают уникальные ювелирные изделия и посуду. Кажется, что они сделаны из металла или фарфора. На самом деле в этой древнейшей технике используются только дерево, ткань и натуральные краски. А в качестве украшения – перламутр. Изделия получаются очень легкие. В Ульяновске тайваньские художники показали всем желающим прикладную роспись тарелок и деревянных палочек. Ирина Антонова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.